Ой, не то сделал. Да блин. Давным-давно. Да вы что, издеваетесь, блин? Так, короче, я думаю, вы поняли, это Undertale. Я хочу пойти по пути не геноцида, а хочу пойти по пути мирного пути. Давайте пойдем по этому пути. Так, в прошлый раз я ступил, пошел по геноциду и просто сдох. Еще и случайно нажал сбросить, когда зашел, сразу же такой пунь-пунь и все, сбросил, и это прям было обидно. У тебя нет занятия получше? Видишь это сердечко, это твоя душа, благодаря ей ты живешь. Ты начинаешь с очень слабой душой, но ты можешь усилить ее, повышая свой ур. Что такое ур? Это уровень радости, конечно же. Ты ведь хочешь повысить свой уровень радости? Не переживай, я поделюсь своей. Вот и она, радость совсем близко. Маленькие белые дружелюбные лепестки. Ты готов? Давай же, прими как можно больше. Мимо. Эй, дружище, ты их все упустил. Давай попробуем еще раз, хорошо? Это что, шутка? У тебя мозгов нет? Беги в эти пули. Блин, а это я сейчас просто совершенно... Ты идиот. В этом мире каждый сам за себя. Убивай или будешь убит. И разве кто-то сможет упустить такую возможность, как это? Умри. Что мучит бедное невинное дитя? Ох, не нужно бояться. Я Ториэль, хранительница руин. Я прохожу через это место каждый день, чтобы проверить, не упал ли кто-нибудь. Теперь уже я попавший сюда за столь долгое время. Идем, я проведу тебя через катакомбы. Сюда. Блин, ну я это все слушаю, не хочу еще раз слушать. Зачем мне еще раз слушать? Но мы идем по пути. Мирном пути. Ну, пацифист. Добро пожаловать в твой новый дом, дитя. Позволь мне обучить тебя тому, как устроены руины. Руины полны головоломок. Древних связей, ловушек и ключей. Их нужно решать, чтобы проходить из одной комнаты в другую. Пожалуйста, кстати, это другие слова. Пожалуйста, запомни, как они выглядят. Я запомнил уже 100 раз. Чтобы пройти дальше, необходимо нажать несколько переключателей. Не переживай, я подписала те, которые тебе нужны. Пожалуйста, нажми на этот переключатель. Ториэль. Пожалуйста, нажми на этот переключатель тоже. Ториэль. Великолепно. Я горжусь тобой, дитя. Давай пройдем в следующую комнату. У нас будет истинный пацифист. Дитя, знай на человека, живущего в подземелье, могут нападать монстры, и тебе необходимо быть готовым к такой ситуации. Однако волноваться не стоит. Процесс прост. Когда ты встретишь монстра, ты вступишь в битву. Пока ты в битве, постарайся завязать дружескую беседу. Тяни время, и я приду, чтобы уладить конфликт. Попробуй поговорить с манекеном. Вот. Пощадить.
Манекен выглядит так, как будто собирается упасть. Вещи у меня нету. Действовать манекен, оценить. Манекен атака 0, защита 0. Сердце из хлопка, а вместо глаз кнопки. Действовать, говорить. Вы говорите с манекеном. Персона, расположен, как хорошо, что турель выглядит какой-то, выпадет, выпустили ноль, оп, ноль монет. Ах, ах, как очень хорошо, ты молодец. Конечно, мы с писту идем. В этой комнате есть еще одна головоломка. Интересно, сможешь ли ты справиться с ней? Что она такая медленная, такая за гириза? О! Пощада. Я даже не успел его пощадить. Вот и головоломка. Но... Давай, возьми меня за руку на минутку. Так. Куда-то мы куда-то идем. Домой отправляют. Кажется, головоломки еще слишком опасны для тебя. Давай встаем. Но я могу, кстати, стоять. И ничего не делать. Могу не проходить Undertale. Пока ты отлично справляешься, дитя мое. Однако, у меня есть для тебя серьезная просьба. Доберись до конца этой комнаты своими силами. Прости меня за это. Так, мы куда-то идем. Если честно, я в первый раз играю Undertale почти. Это уже третий раз. Здравствуйте. Привет, дитя мое. Не волнуйся, я не оставляла тебя. Все это время я всего лишь была за колонной. Спасибо, что доверяешь мне. Это упражнение было весьма важно. Для проверки твоей самостоятельности. Я должна отойти по делам, и тебе придется немного побыть одному. Пожалуйста, постой тут. Бродить в одиночку опасно. У меня есть идея. Я дам тебе мобильный телефон. Если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони. Будь умницей, договорились? Поехали. Пошли. Точнее. Так. Звонок. Алло, это Тори. Ты же не выходил из комнаты, не так ли? Впереди еще несколько головоломок, которые я должна объяснить. Может быть опасно пытаться решить их самому. Береги себя, хорошо? Щелчок. Сохраняемся. Под веселый шорох листвы. Вы наполняетесь решимостью. У вас полностью восстановлены. Опа. Так, поксилот. Пощадить. Ничего не получили? Прекрасно. Плохо, да, ты сядешь, ничего не получаешь. Это грустно. Зато я буду идти по истинному геноциду. Ой, истинному геноциду, истинному пацифисту. Алло, это Тори. Просто хотела спросить, что тебе больше по душе. Корица или ириски? Постой, не говори. Это ириски? Нет. Ох, ясно. Что ж, спасибо, пока. Звонок. Алло, это Тори. Ты же не любишь ириски, да? Я знаю твое предпочтение, но будешь ли ты воротить нос, если обнаружишь это на своей тарелке? Хорошо, хорошо, я понимаю. В любом случае, спасибо за терпение. Щелчок. Так, погнали, погнали. Опять босс.
Звонок, опять звонок. А у тебя ведь нет? Так, без причины, просто так. Я даже не успел прочитать. Я случайно нажал, а потом не успел прочитать. Так, ну, кто не знал, то мы идем вот тут вот. Потом сюда, потом сюда. Потом сюда. Блин. Черт. Короче, я думаю, вы видите. Прыг-скок. А что, этих надо прям убивать? Действовать. Фрогит, а. Снять комплимент. Комплимент. Фрогит не понял, что вы сказали, но все равно польщен. Сильно покраснел. Пощада, пощадить. Квак-квак. Ай-яй. Подожди, я понял, надо еще действовать. Комплимент. Фрукт не понял, что вы сказали. Бу-бу-бу-бу-бу. Сильно покраснел. Ай. Если это фрогит, надо их комплимент делать, а потом уже шадить. Я понял, как это работает. Только сейчас. Так, где тут? Нет, блин. Я неправильно пошел. Пять. Ага. Комплимент. Фрукт не понял, что бы сказали, бла-бла-бла. Я покраснел. Ай. Блин. Ну и Фрогит. Так. Сюда. А. Вот так вот надо. Тьфу. Воу, я что-то забыл. Бу-бу-бу-бунь. Да блин. Комплимент. Не понял. Да-да-да-да-да. О, как это проходить? Подожди, а как это проходить? О, о, слава богу! У меня чуть-чуть хп остается. Привет, полегче. Так, ну, кто хочет, можете сами говорить. Потому что это бесполезно. Хм, ты хочешь, чтобы я подвинулся? Короче, неинтересно, тут одно и то же почти. А вот тут какие-то рожопы, он такой, вот смотрите. Хм, так мне надо там остаться надо было. Ну, ты реально заставил меня попотеть. Ты меня заставил попотеть. Сохранение, не понимаю, что нужно мышкать. Он помнит решимостью. Сохранить. Погнали. Оп, с тобой. Крылылылыла. Хрррр. Он же ушел. Хрррр. Призрак продолжает повторять хрррр. Хрррр. Усу делал вид, что спит. Подвинуть его силой. Да. Подожди, нет. Нам надо флиртовать, поддержать. Вон настойчиво улыбнулись на пстабуку. Хэ. Шо хэ? Я в порядке. Спасибо. Я иду по хорошему пути. Ничего не знаю. Я не хочу атаковать, флиртовать. Я просто... Так. Так. Тихо, аккуратно. Аккуратно. Аккуратно, ребят. Так. Ну, в принципе... На высоко вылезет немного лучше. Флиртовал. Я просто оттягаюсь от тебя.
Нам с тобой говорить немного получше. Ну. Да блин, я тебя шарить пытаюсь, а ты меня ничего не делаешь. Да уйди ты, пожи. Поддержать. Мне кажется, поддержать надо. Вы рассказали нам с тобой шутку. Хе-хе. А у меня-то еды нету. Держать на псу. Хочет кое-что показать вам. Я попробую. Я называю это аппаратный блок. Тебе нравится? Держать. Эй. Обычно я прихожу в руины, потому что здесь никого нет. Но сегодня я встретил кое-что славное. Ох, я опять говорю не напад. Я уйду с твоего пути. Ух, это было сложно. Так, 8 монет. Конечно, блин, у меня мало хп. Хп мало будет бита, надо будет восстановиться. Звонок. Алло. Я только что понял, что уже давненько не убиралась. И не ожидала компанию так скоро. Наверняка тут и вам валяются разные вещи. Можешь взять их, но не бери больше, чем необходимо. Однажды ты можешь увидеть что-нибудь, что тебе сильно понравится. Тогда ты захочешь, чтобы у тебя было место в карманах для этого. Щелчок. Так, я как я знаю, тут. Вернемся. Тут мы проходим. Тут у нас... Переключать, нажать, да. Погнали. Сейчас, если вы хотите показать, как играть, как я, вот сейчас, то надо этот, 5 лайков надо. Ставьте 5 лайков, вот тогда я сниму, как скачать вот эту штуку, как ходить в любых играх, там, где нет управления, на телефон. Ай, блин, я сейчас сдохну. Надо убежать. Я свалю. Так, тут вроде бы... Да блин, убежать. Не хочу с вами сражаться. Блин. И чё, прям тут? Ладно. Я не хочу с вами сражаться. Извините-ка. У меня мало хп. Ничего не хочу. Да вы, блин, издеваете. Посидите. Ведь я самый лучший. Давай пошла. Вы получили. О, я еще и 2 монеты получил. Неплохо. И тут переключишь нажать, да. Вот еще щелчок. Да блин. Пора овощники. Хватит. Хватит меня трогать. Так, подожди, там торка. Я не хочу к торке так быстро. О! Нашли игрушечный нож. Мне может не по пути не на сыду пойти. Нет. Ну вот если мне придется кого-то там убивать, то у меня есть еще есть нож. Батюшка, это заняло больше времени, чем я думала. Как ты сумел добраться сюда, дитя мое? Ты ранен?
кто-то... Кто это сделал? Перед тобой извиняться. Не стоило оставлять тебя одного надолго. Было безответственно пытаться сделать тебе сюрприз таким образом. Что же, полагаю, я больше не смогу скрывать это. Пойдем, дети. Что я хочу? Я хочу восстановить свой ХП. Чувствует запах сюрприз. Это ирисовый коричневый пирог. Я подумал, мы можем... Ладно, ребят, мы по истинному пути геноциду не пойдем. Но нам надо же как-то мне это собирать. Поэтому попозже это сделаем. Вот и он. Тебе твоя собственная комната, я надеюсь, тебе понравится. Знаешь, что-то подгорает. Чувствую себя как дома. Так. Давай поспим. Пирог. Большой кусок ирского коричневого пирога. Здравствуйте. Уже проснулся, дитя? О, ты не представляешь, как я рада, что ты здесь со мной. Тут так много старых книг, которыми я бы хотела поделиться. Я хочу показать тебе мое любимое место для ловли жуков. Я также приготовила план твоего обучения. Ты удивишься, но я всегда хотела быть учителем. Хотя, возможно, это и не удивительно. Тем не менее. Я рада, что ты теперь живешь здесь. Ох, ты что хотел? В чем дело? Когда я могу пойти домой? Что теперь? Это твой дом? Хочешь послушать, о чем я сейчас читаю? Книга называется 72 факта об улитках. Хочешь послушать, как покинуть руины? Как насчет удивительного факта о улитках? Знаешь ли ты, что улитки делают ужасные шнурки? Интересно, как покинуть в руины? Мне нужно кое-что сделать. Побудь здесь. Так, и куда она пошла? Алло! Куда ты пошла? Ты хочешь узнать, как вернуться домой, не так ли? Впереди нас находится конец руин. Единственный проход в остальную часть подземелья. Я собираюсь разрушить его. Никто не сможет выбраться снова. Теперь будь хорошим ребенком и поднимись наверх. Не-не-не. Каждый человек, что падает сюда, встречает одну судьбу. Я вижу это снова и снова. Они приходят, они уходят, они умирают. Ты наивное дитя. Если ты покинешь руины, он, Азур, убьет тебя. Я лишь защищаю тебя. Ты это понимаешь? Иди в свою комнату. Не пытайся меня остановить. Это последнее предупреждение для тебя. Я буду щадить тебя. Ты так сильно хочешь уйти? Ты такой же, как и остальные. Есть только одно решение этой ситуации. Докажи мне, что ты достаточно силен, чтобы выжить. Погоди. Почему ты смотришь на меня так, будто увидел привидение? Ты знаешь, что это то, чего не знаю я? Нет, это невозможно. Турир перезаграждает дорогу. Вещи игрушные.
разрушил нож. Ай, собачка, больно. Пошибить. Что будет, если я не убежать? Убежал. Верно. Поднимись наверх. Уже? Что заставит тебя выучить твой урок? Тори преграждает дорогу. Палка. Пирог. Паунч-пунч. Паунч-пунч. Мы съели паунч-пунчик. Непонятно. Понятно. Тори говорит. Вы думаете о том, что говорил Тори перед своей смертью. Но это страшно. Проявите ли вы милосердие без сожжения или побега? А я буду мирным. Проявите ли? А, типа все, поговорили, все, хватит. Получается. Пощада. Ай! Да блин. Больно. Пирог. Все, я рискую. Рискую пирог. Гоу! Выжил! Уже под таким точком. Уже столько точек. Блин, что это? И все? Что ты сможешь? Тоже смотрит сквозь вас. Сражайся или беги. О, атаки получше пошли. Что ты хочешь этим доказать? Нет, 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 нет. Посидеть. Сражайся или уходи. Уже по одному урон. Офигеть. Прекрати это. О, все, погнали, погнали, погнали. Все, можно стоять на месте. Прекрати на меня смотреть так. Уйди. Видите, она уже не может. Она не может, она не хочет, она... Я вижу в ней доброту. Знаю, ты хочешь домой, но... Но, пожалуйста, иди наверх. Обещаю, что хорошо позабочусь о тебе. Знаю, у нас много нет, но... У нас может быть хорошая жизнь тут. Почему ты... Все усложняешь. Пожалуйста, иди наверх. Ха-ха. Жалко, не правда ли? Я не могу спасти даже одного ребенка. Нет, я понимаю. Ты просто будешь несчастлив, застряв здесь внизу. Руины становятся очень малы. Как только ты начинаешь осваивать их, будет неправильным для тебя расти вместе подобным этому. Мои ожидания, мое одиночество, мои страхи. Ради тебя, мое дитя, я отодвину их назад. Если ты и правда хочешь покинуть руины, я не буду тебя останавливать. Однако, когда ты уйдешь, пожалуйста, не возвращайся. Надеюсь, ты понимаешь. Прощай, мое дитя. Так, ну что, ребята, я думаю, можно закончить на этом. На этой прекрасной ноте с хорошим ребеночком. Всем удачи, всем пока-пока.